Газомоторный комбайн 4118. В чем его основное преимущество? Потому что вся механика, она знакома механизатору, знакома инженерному составу и проста в обслуживании. Да, отличие, безусловно, это за счет дизельной газовой установки, установка фирмы Cummins китайского производства, система газобаллонного оборудования, экологический класс данной установки это Stage 4, при минимальной модернизация опционально устанавливается система каталитических нейтрализаций выхлопных газов, получается Stage 5. То есть даже данную технику по экологическому классу можно реализовывать спокойно в Европу. Она по всем параметрам подходит. Ну так это будущее или нет? Будущее. Однозначно. Если сравнивать с другими комбайнами, ты считаешь будущее? Да. Ну что ж, тогда надо нам и ориентироваться на это, постараться во что бы то ни стало уменьшить цену, даже посмотреть, может где-то помочь, но ориентировать крестьян на эти комбайны в газомоторном топливе. Здесь есть хорошие эффекты психологические и экономические, поэтому надо на это ориентироваться. Ну давайте посмотрим, как они работают.